Здравствуйте, меня зовут Яна Аслапова. Я являюсь руководителем вокальной студии «Эстрадный микс». Наша студия достаточно молодая, мы существуем всего год. Все участники делятся на три возрастные группы – младшая, средняя и старшая. В старшей группе участники являются представителями разных возрастов – от 16 лет и старше, а также разных увлечений и профессий. Мы готовим вокальные номера для всевозможных городских мероприятий в различных музыкальных и стилистических направлениях. Исходя из всего рассказанного ранее, и было придумано название «Эстрадный микс». Несмотря на недавнее существование, студия успела достойно принять участие в городском смотре-конкурсе военно-патриотической песни «Виктория». Заявлено было 4 номера, и все они прошли в гала-концерт. А один из участников даже принес студии диплом первой степени. В студии дети и взрослые обучаются основам эстрадного вокала, формируют навыки пения ансамблем, а также исполняют произведения сольно. Мы регулярно принимаем участие в мероприятиях не только на базе Дома культуры «Энергетик», но и на других площадках города. Студия «Эстрадный микс» всегда рада новым знакомствам и новым друзьям. Thank you.
Слуцкий пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный сам. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку хорошую влюбиться. А мне до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный сам. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется на жизнь. Еще немного.